Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Итак, я продолжаю работать над своей прекрасной накидкой. Не знаю, как я буду вязать ее с рукавами или без. Сейчас покажу вам, что у меня получилось. И, конечно же, расскажу о хитростях вязания. Эту накидку я планирую назвать «Розовый фламинго». Не знаю, почему пришло на ум мне такое название, но когда я ее вязала, я напевала себе эту старую песенку Анны Агузаровой «Розовый фламинго». Может быть, этот розовый цвет мне навел на слух эту песню. В общем, «Розовый фламинго». Красивое название, красивая накидка. Ну и давайте покажу, что у меня уже получилось и в чем же хитрость вязания. А вы сейчас видите эту накидку со спины. Как вы видите, ничего нигде не фолдит. Спинка ровненькая, все прекрасно и замечательно. Опытные вязальщицы уже увидели это хитрое соединение. И как мне удалось убрать тот клин на спине, который я показывала вам в прошлом видео по этой накидке. Вот вы видите это незаметное, очень красивое соединение, которое... Ну, практически не отличается, и все очень гармонично смотрится. Вот эти мотивы, и вот это соединение. Как вы видите, вот эта часть без вот этих больших дыр, которые потом будут соединяться мотивом звездочка. Уже я показывала на канале, сейчас вот даже покажу вот так вот в профиль. Вы видите, что все ровненько, все красиво, ничего не фолдит. Вот он этот мотив звездочка. Я еще не везде выполнила соединение этим мотивом. Ну, сделала это намеренно, чтобы вы, ну, как бы понимали, чтобы вам легче было понимать вот этот момент соединения мотивов. Здесь перед отличается от спинки, ну, потому что у нас спереди, конечно, есть наши все прелестные выпуклости, поэтому здесь все просто, здесь без всяких вот этих хитростей, чтобы убрать вот этот клин, который образуется сзади. То есть перед отличается от спины. Здесь вы видите везде вот эти вот соединения, которые я назвала звездочка. Их нет только со спины. И как я этого достигла? Вот вы видите. Вот эти звездочки будут только вот в этих больших дырках. Вот в этих больших о расстояниях, которые образовались и которые я еще не заполнила. Заполнена только вот эта часть без вот этих больших дыр. То есть мотивы соединены между собой без дополнительного соединения звездочка. А как этого достичь? Сейчас я перейду на плоскость, чтобы более понятно вам объяснить, как же я это сделала. На манекене я просто хотела вам показать, как спинка просто идеально, на мой взгляд, сидит на манекене. Ну, также она будет сидеть и на мне, поверьте. Ну, и останется связать рукава и ввязать их вот в это вот пространство. Итак, давайте перейдем на стол. Посмотрите, какой сегодня у нас денек. Какое солнышко за окошком. Прям просто прелесть прелестная. Итак, переходим к нашему вязанию. Значит, спина
отличается от переда, отличие вот пошло вот от этого мотива. Я уже как-то рассказывала в прошлом видео. То есть, что мы сделали? Связали вот эти мотивы с одной и с другой стороны. Вот у меня их 4. И начинаем вязать вот центр спины, так скажем, вот этим клином, чтобы сидело красиво по фигуре. Если мы видим вот здесь, вот в первом ярусе, есть большие места, которые мы потом заполним элементом звездочка. Вот здесь есть эти большие места. А центр у нас соединены мотивы между собой без вот этого элемента звездочка. Звездочки здесь, конечно же, нет. Она потом ввязывается, когда уже готовое полотно. Но я просто объясняю вам сам смысл. Итак, все начинается вот с этого мотива. Давайте посчитаем. Ну, давайте начнем отсчет вот отсюда. Сколько здесь секторов? Сколько здесь нужно связать лепестков в нашей ромашке, с которой начинается наш мотив? Скользящую петлю мы вязали вот этот элемент ромашка с 12 лепестками, которые потом дальше обвязывались. А сколько же здесь лепестков нужно связать у ромашки? А здесь их нужно связать не 12, а 11. Значит, изначально в скользящую петлю нам нужно провязать на 2 столбика меньше, то есть не 23, в итоге 24 столбика с петлями подъема, а 22 столбика, чтобы потом получилась вот эта ромашка с 11 лепестками. Вот проверьте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 лепестков у ромашки. Вот она этим и отличается от остальных. Дальше все наши ромашки, за исключением вот этой ромашки и вот этой, вяжутся с 12 лепестками. Но соединяются они, посмотрите, между собой. Вот просто либо задержите, либо сделайте скриншот экрана. Вот я вот так вот помещу сейчас все, и вам сразу все станет понятно. То есть здесь соединение идет в двух местах. Пропускаем одну, ну давайте скажу одну секцию. Два соединения. Вот здесь нет вот этого пропуска, потому что дальше идут соединения самих мотивов между собой, без вот этого дополнительного. Итак, здесь мы соединили, дальше соединяем и еще соединяем. Но вот этот элемент я потом, ну, как бы ввязывала, чтобы мне было понятно. То есть, что я сделала? Сначала связала вот эту ромашку с 11 лепестками. Дальше ее, ну, конечно, ее соединила вот в этих точках. Здесь все как положено, пропущены для большого, для маленькой звездочки. Дальше я связала ромашку тоже с 12 лепестками. И что у меня получилось? Здесь у меня есть по сторонам вот эти вот дырки большие, так скажем. А здесь я соединила вот эти две ромашки между собой. И соединила вот с этой ромашкой. То есть здесь 11 лепестков, 12 лепестков, 12 лепестков. В этих ромашках тоже 12 лепестков. А вот эта ромашка, она вообще отличается, вот этот элемент, если вы присмотритесь, то он вообще отличается от этих элементов. Что я здесь сделала? Давайте посчитаем, сколько здесь лепестков у ромашки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лепестков, по-моему. Так, сейчас. 2, 4, 6, 8, 10. 10 лепестков. И эта ромашка вяжется с одной обвязкой. То есть связали ромашку на 10 лепестков. То есть 10 лепестков, это получается 20 столбиков с одним накидом в скользящую петлю, которая дает нам потом 10 лепестков. И здесь один ряд обвязки. Видите, у нас здесь вот два ряда. Раз ряд и второй ряд.
А здесь я обвязывала просто одним рядом, сразу делая вот это вот тройное пико. И соединяя эту ромашку вот между 5. Между 5 ромашками. То есть я сначала связала вот этот элемент, потом соединив его вот с этими, потом связала вот эти 2 элемента, они соединены между собой и с этим элементом, ну и, конечно же, с этими. Потом здесь оставила дырку, чтобы мне на плоскости понять, как мне заполнить эту дырку. И дальше связала вот эти элементы. И потом уже заполняла вот здесь вот, соединяя вот эти 5 ромашек. Давайте назовем, или 5 элементов. Вот, в принципе, и все. То есть, что я сделала? Я в центре отказалась вот от этих дополнительных звездочек. Здесь у меня элементы все соединены между собой и с вот этой уменьшенной ромашкой. Она, видите, она меньше по размеру. Собственно говоря, это соединительный элемент, который соединяет вот эти 5 элементов. Вот этот элемент мне придется перевязать, потому что я ошиблась здесь с одной секцией. Если я надумаю, а я все-таки, скорее всего, надумаю, довязать еще один ряд, ну, чтобы накидка была немножко по высоте больше, то мне вот эту ромашку нужно связать с 11 лепестками. У меня здесь 12 лепестков. И один лепесток вот здесь лишний мне не дадут перейти опять на, ну, на такое вязание, как обычно, с вот этими большими дырками. У меня здесь вот 4 соединения, а здесь у меня должно остаться вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 лепестков, а у меня 8. Значит, вот эту ромашку мне нужно перевязать. Убрать один лепесток, все то же самое сделать, такие же соединения, но чтобы у меня вот здесь осталось 7 вот таких секций, чтобы дальше без изменения продолжить вязать нашу накидку вот с такими элементами, которые присутствуют, ну, применить соединительный элемент «маленькая звездочка». Потому что, смотрите, что здесь получается. Здесь нам нужно пропустить один элемент, двойное соединение. Пропустить один элемент, двойное соединение. И у меня вот здесь вот получится не одно соединение, а 2 соединения. То есть, смотрите, вот эти 2 элемента занимаются, соединяются между ними одно. И эти 2 соединяются между ними, одно пустое для маленькой звездочки. У меня остается здесь 2 элемента, а мне нужен 1. Поэтому вот эта ромашка неправильная, и я ее перевяжу. Так что, скорее всего, это видео, ну, будет сложно для начинающих вязальщиц. Ну, потому что показать все это, все вот эти соединения на практике, то есть петля в петлю, очень-очень сложно. Да, наверное, и не целесообразно, потому что легче показать на плоскости, как это выглядит, и показать вам все вот эти точки соединения. Я говорю, сделайте штрих-код экрана. Штрих-код, вот сказала это. Скрин экрана сделайте. Скриншот. И посмотрите места соединения, и вам все станет понятно. Ну, а как вязать вот этот соединительный элемент? Это обычная ромашка с 10 лепестками и с одним рядом обвязки. Вот видите, один рядочек. А здесь у нас 2 рядочка. То есть я исключила вот этот второй ряд, сразу провязав над ним вот эти пико. И у меня получился очень похожий соединительный элемент. Ну вот, мои хорошие, на этом буду заканчивать свое такое пояснительное видео. Красота красивенная получается. Мне очень нравится, как это сидит, как это вообще будет выглядеть на теле, на одежде. Ну а
Кто понял меня и мои объяснения, пожалуйста, вяжите. Красивая вещь к лету к вам, вам обеспечена. Ну, а на этом все. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.